Единая колония – это высокоорганизованное сообщество. Всем заправляет матка, мать-основательница муравьиного общества. Она без устали выводит рабочий класс, бесплодных самок. Муравьи получают определенную профессию – воина, строителя, санитара, няньки-сиделки, добытчика, охранника, транспортировщика, хранителя нектара, пастуха или доильщика. У муравьев есть свои домашние животные – тли. Тли выделяют капельки сладкой жидкости, которая называется падью. Падь – вкуснейшая и питательная еда для муравьев. В виде ответной услуги они пасут и защищают своих коровок от нападения хищников. Антенны, расположенные на голове муравья, покрыты тончайшими чувствительными волосками и играют в его жизни огромную роль. С их помощью муравей ищет еду и общается со своими собратьями. Поэтому их чистке муравьи уделяют особое внимание. На каждой передней ноге муравья есть длинный вырост и идущее под ним углубление. Вместе они образуют нечто вроде миниатюрной клешни с волосками. Это устройство и служит щеткой и расческой для антенн насекомого. Весной и в начале лета королева запускает конвейер по производству фертильных, способных размножаться, самок и самцов. С конца июля по начало августа наступает сезон размножения. Самки и самцы приобретают крылья и выбираются на воздух. Самцы в скором времени погибают, а самка ищет подходящее место для будущего замка, после чего роет камеру. В ней откладывается первая партия яиц с будущими рабочими. При благоприятных условиях королева будет править 12-20 лет.